Мне очень неприятно, когда я захожу в свой прямой эфир, и из-за того, что кто-то не может держать свой язык за зубами, ко мне потом заходят хейтеры, начинают меня парафинить в моем же прямом эфире. Вот, что хочу сказать. Сказали, что еще одна пацанка открыла свой рот, и где-то там меня обсуждают. Я даже не буду в этом разбираться, я не буду читать эти новости, комментарии и прочее говно. Я просто пережду вот эту волну хейта. Пусть кто хочет посидит, похайпится. Я в это время просто буду отсутствовать и заниматься своими делами. Вот, что хочу сказать. Всем искренне желаю всего хорошего.